посмотрим, удастся ли сейчас выключить Трандла, его как-то забрать. Симфони выходит сюда, уже заряжает свой Дранкен Рейдж, прыгивает Мумус. Урона очень много по Блад Фениксу. Блад Феникс пытается уйти, но очень мало шансов у него здесь на эскейп. Он получает шестой, отхиливается сейчас. Симфони ставит отличный пилар. Блад Феникс продолжает отступать, идет замедление с Бэрл Ролл. Симфони продолжает преследование. Здесь нужен боди слэм. Смогут ли имперцы забрать Блад Феникса? Не тут-то было, этот тролль ушел.